Всем приветули, ребятули, дорогие друзья, с вами Алекс Джаггер, и продолжаем проходить Alien Shooter, второй эпизод. Но прежде чем мы начнем, я вам сейчас расскажу одну такую сказку про то, как дед насрал в коляску, блин. На самом деле, это, конечно же, шутка, но это не про это, но от этого, я думаю, дед бы реально мог бы насрать в коляску, вот. В общем-то, у меня случилась одна такая херня, представляете? Вот, слушайте. Я, конечно, не знаю, это какой-то то ли баг, то ли прикол, что ли. Не знаю, что это за хрень такая. Но, в общем-то, как только я запускал вот эту самую игру, Alien Shooter, я постоянно нажимал на Escape. То есть я, как только же игра ведь запускалась, там всякие эти показывались в загрузке игры. Там, авторы этой игры... Название этой игры самой, вот. Я это нажимал на скип, чтобы это все по-быстрому скипнуть, чтобы быстрее все загрузить, вот. И как только я нажал эскейп, у меня потом игра взяла, выключилась, то есть сама автоматом. Наверное, видать, когда она уже загрузилась, там эта менюшка, я нажал эскейп случайно, и вот она выключилась, вот. И я начал ее запускать по новой. И как только я ее запустил, я нажал на кнопку продолжить, и такое... Охерел, прям можно сказать. Вот. Потому что какого-то хрена нигде из моих вот этих вот слотов не было моего аккаунта с названием Алекс. То есть вот он, где вот этот вот показывает, вот. Я прям реально вот охерел прям. Как, думаю, какого хрена же? Чё за херня-то такая, блин? Куда мой аккаунт делся? Куда он просрался, я не понял. Вот. Я вот не знаю, что случилось. Наверное, мне кажется, это все именно из-за этого. Из-за того, что я нажал на Escape, игра у меня выключилась. И вот случился такой баг, что у меня сохранение тупо, блин, слетело, блин, с этой игры. И все, блин. И все пришлось вот, блин, по новой проходить. Меня это немного, блин, взбесило. Ну да ладно. Все уже, по сути, нормально. Я все вот, краски сейчас вот быстро прошел. Вот. Вот столько у меня вот денег, я вот столько вот всего прикупил. Вот столько вот имплантов себе прикупил. И, кстати говоря, вот что еще нашел, смотрите. Я нашел замораживатель. Вот, да, написано вот прям. Смотрите там, вон, читайте. Я его нашел в том месте, где это там... Это где во второй миссии было, когда, то есть, нам там вырубали свет, мы там снизу там подбегали, подключали... Или включали электричество, в общем-то, вот так будет правильнее. И как только там снизу вылезли эти пауки из своего гнезда, я их всех переубивал, зашел в их гнездо и как раз-таки подобрал вот это оружие. Вот, я аж офигел. Ладно. Короче, надеюсь, больше этого бага не случится прям. Вот прям очень сильно надеюсь, что это все из-за этого было. И да, если кто-нибудь из вас будет проходить эту игру, то ни в коем случае не нажимайте на пробел, когда... Выходите на менюшку этой игры, иначе... Ой, тьфу ты, блин, какой я, чё, блин, несу? Какой, блин, пробел, эскейп, вот. Ну, ёперный, блин, театр, вот аж, блин, не то начинаю говорить из-за того, что меня вот эта вот фигня, блин, взбесила. Ну, так вот. Как только вы будете в эту игру играть, ни в коем случае не нажимайте на эскейп. Как только будете выходить на меню. То есть в меню. Вот так вот будет правильнее. Вот. Иначе у вас тупо просто все сохранения с этой игры просрутся. Вот как у меня это сейчас херня случилась. Ну ладно. Все, ладно, забыли об этом. Я вас предупредил. Давайте продолжать. Так, что у нас? Миссия третья. Где ты внутри? Задание. Войдите в центральный зал и найдите взрывчатые вещества и разрушите все телепорты. Понятно. Я, кстати говоря, еще в прошлой серии посмотрел, что я забыл прочитать, что там было во второй миссии, вот здесь вот по описанию. Ну да ладно, если кто-нибудь из вас пропустил это видео, советую посмотреть и советую там прочитать то, что я не прочитал. Ну ладно, все. Ладно, давайте начинать, продолжать. Так, ага. Мы сразу замораживатели начали, так, я сразу запускаю таймер, не знаю, насколько это получится, но давайте там, к примеру, на 40 минут... Не знаю, что мы за сколько пройдем. Нам, по сути, осталось 3 миссии пройти. Так, ладно, что у нас тут? Ох, ёперный ты, блин, театр. Вот уже сразу и началось месиво.
Так, ладно. Да ты что, какая падла. Так, ну давай. Вылазите, ублюдки. И опять же таки я вон прикупил этого дрона. Ой, блин, это как... Чё, блин, за нахрен? Чё, как внезапно, блин, ах... Вот вы падлы, блин, скотины, вылетели, блин. Своими, блин, грёбаными ракетами. Так, ладно. Чего? Нет сим-карты, да блин. Какого, блин, хрена, чё за фигня? В смысле нет сим-карты? Телефон, ты чё, совсем обордел, что ли? Чё с ним не так? Подождите секунду. Да блин, конечно, еще и таймер сбросился. Охренеть просто. Так, ладно. Так. Давайте. Сдохните все. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ёшкин бабайкин. Тут же, блин, на... сразу стреляющие поперли. Ну, естественно же, здесь всего 5 миссий. Это уж не так долго проходит. Вот и поэтому их тут так много. Так. Дробыш возьми. Спасибо. Что-то кнопки еще временами не срабатывают. Блин, да в этой игре тут куча, блин, багов. То, блин, сквозь стены может стрелять. Это хороший, блин, баг. То, блин, сохранение, блин, просирается из-за какой-то, блин, одной стороны кнопки. Офигеть, вот это да. Обалденная игра. Отвечаю вот вам, серьезно. Реально, блин, ой. Сколько, блин, паукообразных ублюдков. Сдохните. Ну, сдохните все твари, блин, до единого. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Так, патрончики для пулемета. Так, стреляющий. Попер, это плохо. Так. Что-то тут... Я не вижу пока никаких... Нигде... Динамитов, блин, сзади еще лезут ублюдки. Ёперный, блин, театр, свалили нахрен. Сволочи, блин, они моего робота завалили. Ну, вы совсем охренели, что ли? Да кто там, блин? Да ёшкин бабайкин, шо вас как много-то, совсем, что ли? Блин, вот это да, вот это месиво. Так. Так, давай, 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 давай. Да сдохни ты уже, паскуда такая, так. Ты сдохни. Так, а, во, вижу. Вижу одну взрывчатку, блин, вижу этих ублюдков. Лучше их взорвать с помощью этой базуки. К ней у меня дохрена патронов прям. Очень много. Поэтому стоит их повалить лучше с этой штуки. Так. О-о-о-о, какой хороший закуточек. Ну и чё вы там стреляете, сволчи? Сейчас вам покажу, как вы будете в меня стрелять. Давайте. Умрите все, твари, до единого. Суть по всему, здесь есть какие-то порталы, а это не есть хорошо, это меня не радует. Нам придется их взрывать как-то так. Там какой-то ублюдок, что ли, вылез? А, нет, показалось. Так, ладно. Давай. Надо поэкономить базука, а то слишком как-то больно. Много мы тратим ее. О, отлично. Потому что патроны. Ой, блин, здоровенные пошли. А вы какого хрена, блин, спавните здесь из ниоткуда? Вы что, совсем, что ли, охренели? Это что, баг, что ли, какой-то? Вот видите, что... Вот просто... Я не знаю. Хрен, что... Можно ожидать от этой игры. Тут прям до хрена каких-то багов, блин. Я не знаю, почему. Она, видать, очень плохо проработана. Да блин, что ты, блин, еще застреваешь? Вот еще я и застреваю. Так, патрончики для этой. Отлично, так. Ой-ой-ой-ой-ой. Здоровые. Стреляющий который, так. Да какого хрен ты подкрадываешься сзади? Крыса, блин, такая. Лови, блин, я тоже так могу, падла. Причем мои ракеты мощнее твоих. Так. Блин, надо срочно укрыться и
пульти, блин, в сраку от меня, падла. Давайте, блин. Сдохните, твари, сдохните. Так. Давай, сдохни. Скотина, есть. Так, блин, деньги там исчезли. Деньги тоже самая важная шишка здесь. Так. Есть. Давай, блин, придется сейчас что ли на пролом. Блин, мне бы хотя бы защиту. Защиту какую-нибудь. Ты что, какая живучая эта гнида? Давайте, давайте на мужика, давайте. Ну, ну... А, блин, у меня же нет динамита. Что я, блин? А где мне еще-то раздобыть динамит? Я чё-то не вкурю. Чё-то не вкуриваю, реально. Так. Тут еще одни ублюдки. Да, блин, откуда вы беретесь? Тут же нет портала. Чего вы из ниоткуда беретесь, сволочь какие? Они чё, блин... Из воздуха, что ли, берутся? Да как так? Этого не может быть, реально, ну серьезно. Чё, блин, за херня такая? Откуда они берутся? Так, есть. Блин. Ну они что-то на меня не особо обращают внимание, они какие-то ложки совсем. Блин, еще оттуда лезут. Ой-ой-ой-ой-ой. Да блин, пулемет лучше давай. Давай, 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 мочите их, сволочи. Сволочи дармоедов. Так, 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 так. Давай, есть. Так, не зря я немного жизни прокачал, а то мне бы так и надрали, блин, здесь задницу. Так. Да ёперный театр, шушу, как все плюётесь-то, ублюдки. Так. Надо вот эти, кстати говоря, их не гнезда проверять, а то мало ли, может, там какое-нибудь мощное оружие лежит. Я же вот эту вот замораживатель нашел. Так, ну пропади уже, зараза ты такая, блин. Блин, я застрял. А, нет, не застрял, все нормально, так. Сдохни, сдохни ты тоже. О, отлично. Хороший закуточек, да сдохни, типы уже, блин. Достали. Так. Проверяем, проверяем, тут нет ничего, ни хрена, так. Чё это за звук сейчас был? А, я что-то подбираю? А, я патрончики подбираю, ё-моё. Так, а тут в этом уголке что-нибудь есть? О, да-да-да. Я же ведь по звуку понял, что я там что-то ведь подобрал же. Вот именно поэтому я решил вернуться. Так. Тут у нас чё? О-о-о, понятно всё. Тут у нас... Куча товарищей, которые пытаются нас своей кислотой, блин, расплавить и убить. Ну давай, пропади уже, пропади, зараза, чуть как долго здесь остаешься. Пропади, пожалуйста. Спасибо. Блин. Что вы какие падлы? А я могу вас сквозь эти расстрелять? Давай же. Почему это не работает? А, я могу. Ладно. Давайте их так уничтожать. Потому что если сейчас вырвусь, то они на меня как плюнут, и я весь подохну, блин. Давай же. Давайте, ну сдохните, пожалуйста, ублюдки. Сдохните, я не хочу тратить на вас эту херню. Блин. Пошли все нахрен, а. Бесите меня. Есть, так, пропадай, пропадай, сволочь. Сдохни, блин, паскуду, так. Есть, да... Ой, блин, в который раз уже мне эти сраные стулья, блин, мешаются, я охреневаю, блин. Задрали уже, блин, мешаться, так. О, я что-то подобрал сейчас? А, не, показалось. Так, патроны, помповое ружье. А помповое ружье, это, наверное, то, которое после замораживателя идет. А у меня такого нет. Хреново. Чё ж поделаешь с этим? Надо как-то... Блин, а может в ихних гнездах где-то есть? Ну-ка, давай. Я попал в ихнее гнездо. Так.
Так, ну вроде бы попал, но тут ничего нет. Так, давай теперь вот это гнездо проверим, потому что я помню, что они еще отсюда вылезли. Так. О! И тут тоже ни хрена нет. Плохо. Ладно, двигаемся дальше. Так. Еще одни ублюдки сидят. А-а-а-а! Они, придурки, друг в друга стреляют и убивают. Молодцы какие, красавцы. Давайте, убивайте друг друга. Давайте. Ой-ой-ой-ой-ой, падлы, блин, вылезли. Из ниоткуда, а? Сдохните все, блин, до единого. Ушел нахрен отсюда. Блин, 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 блин. Зажимают, сволочи, зажимают. Ой-ой-ой. Так, о, я могу сквозь эти столы подбирать вещи. Так. Так, ладно. Все, тихо, 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 тихо. Так, отлично, патрончики. Да, пошел ты, блин, нахрен своей кислотой. Пуляй с меня еще тут ублюдок, блин. Так, есть аптечка, это хорошо. Так, откуда они вылезли? Они вылезли где-то отсюда, вот тут ни хрена нет, а здесь что-нибудь есть. Ой, я что-то подобрал сейчас. Нифига себе. Я даже не заметил. Так, тут ничего нет. Они еще где-то отсюда, что ли, вылезли. Так, ну-ка, ладно, давайте посмотрим. Я вижу себя, нет. Это проход насквозь, что ли? Да вроде бы нет. Так, эти пускай друг друга, блин, убивают. Что такое? Ой, блин. Фу ты, блин, я испугался, думал, застрял аж. Пришлось бы переигрывать. Так. Вот этих ублюдков надо бы с этого повалить. А что, ну их нафиг, они больно слишком жесткие, так. Так, главное сейчас, чтобы эти пауки не вылезли, потому что пауки меня больше всего бесят, они очень быстрые. У меня хоть и скорость чуть-чуть прокачана, вроде бы как. Один имплант, но это все равно мало, надо, чтобы максималочка была прокачана, то есть фул, так сказать, на все три импланты. Так, отлично, я нашел портальчик, который можно взорвать. Бум, есть. Ха-ха-ха-ха. Так, да... Я даже не хочу ничего по поводу этого говорить. Не, ну серьезно, ну сколько, блин, можно? Вот уйдите, блин, в сраку, сраные, блин, стулья. Вас можно вообще разрушить? Их нельзя, блин, разрушить. Офигеть, они мне, блин, мешаются, падлы такие. Вообще, блин, долбанутые какие-то. Извиняюсь за выражение. Так, ладно. Куда нам дальше идти? Так, вот сюда куда-то можем. Давайте, я думаю, пройдем сначала. А там у нас еще что-нибудь было там, вон, прямо? Вроде бы что-то было. Там, по-моему, дохера этих чужих. Так. А, не, я здесь у всех убивал. Блин, вот еще и запутаешься, куда ты, блин, идешь вообще. Так, сколько у нас еще? 27 минут, нормально. Не ссым, успеем, все, успеем. Так, сдохни. Так, тут еще эти падлы, блин, заспавнились. Давайте на мужика. Давайте, 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 давайте. Взорви их еще, давай. Блин, он не достает до них. Миссия выполнена, да ладно, все. Офигеть, вот это да. Так, а зачем я вообще всех убиваю, если я, по сути, победил? Так, ладно. Жизнь, патрончики, ладно, давайте тут проверим все, я думаю, и сейчас закончим. Там, кстати говоря, еще что-то в другой стороне было. Я не знаю, что, но надо проверить срочно. Так. Тут, кстати, никакие стенки нельзя разрушить. Да вроде бы нет. А для чего вот эти вот стенки нужны, которые закрыты? Я не понимаю. Там же все равно ничего нет, это все, ну, все бесполезно. Ушли нахрен от меня. Я тебя сейчас постреляю, падла. Есть. Так, а, вот, можно стенку разрушить, вижу. Давай, давай, давай. Так, есть. Патроны огнемет, патроны пулемет. Блин, еще для огнемета дают, но самого огнемета мне не дают. Офигеть, вот это да, так. Ну, больше, по сути, тут. Так, ага, вот еще вижу. Давай, разрушайся. Так. Отлично, патрон пулемет. Так, бронежилет, это тоже хорошо. Так.
Так, вот как видите, вот я сейчас бы, если бы пропустил бы это все, то я бы с этим бы, ну, менее был затарен, так скажем, я думаю. Вот. И без этого я хрен бы дальше бы прошел бы, я отвечаю, потому что уже вот дичайший хардкор какой-то начинается уже, пошел прям он, я хотел сказать, вот. Так, ладно, давайте, сдохните все. Вы откуда вообще там лезете, падлы? Так. Ну, они, по сути, никчемные. Так, сдохни. Сдохни. Сдохни ты тоже. И ты тоже сдохни. Так, умрите, умрите, умрите все. Конечно, я сейчас потрачу кучу патронов для пулемета, ну да ладно, я хоть что-то еще полезное найду. Так, а динамит зачем? Я же все вроде бы прошел. Так, патроны для... чего? Для плазменного ружья, нифига себе, ладно. Плазменного ружья у меня тоже нет. Я где-то еще один шульпортал пропустил или что? Или это просто лишний динамит для того, чтобы тупо, если ты пошел бы в эту сторону, то ты подобрал бы его бы здесь бы и пошел бы подрывать портал. Не знаю, наверное, как-то так. Так, а тут случайно никаких секретиков нет. Сдохни. Так. А, вот есть секретик, вижу. Вот. Давай. Разрушайся. О, бабосики. Нормально. Так, ну все, я думаю. Да, блин. Чё я, блин, застреваю тут постоянно? Так. Вроде бы... больше ничего. Так. Больше я нигде никаких стенок не вижу, где можно разрушить. Ой, ладно, все. Заканчиваем с этим. Так. Точнее, не заканчиваем, а заканчиваем с этой миссией, я имею в виду. Так, у нас еще есть 24 минуты, поэтому давайте, я думаю, продолжим. Так, что бы нам прикупить? По сути, можем дрончика прикупить, а вообще я бы хотел бы вот жизни прокачать до конца. Вот это и вот это. И вот, смотрите, насколько у нас все прокачалось. Я думаю, так это будет лучше. Так, жизни у меня полно. Можно, по сути, дрон купить, но мне кажется, сейчас уже бесполезно будет. Там только мелких тварей хорошо, конечно, завалит, но других не по зубам, как говорится. Вот. Давайте патрончиков прикупим. К этому мне патронов не дает. Ладно, все равно хоть сколько-то прикупим. И давайте продолжать дальше. Так. Ух, мать твою, блин, за ногу. Чуть происходит. Так. И как мне с этим быть? Меня сейчас это просто взорвет тупо. А, нет, все нормально. Так, ладно. Ух, ни хрена себе, вот это да. Так, ёперный театр, сколько вас там? Сдохните. Так, ну смотрите, я стал бегать гораздо быстрее. Теперь они меня, по сути, не должны взять. Так. Сдохни, 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 тварь. Так. Так, ловите, ублюдки. Да. Давай. О, ни хрена себе. Сказал я себе. Так, ладно. Все нормально. Не сым. Так, отлично, броник. Вовремя. Блин, сраные бочки, сколько вас тут много. Так. Пошел в сраку. С своими ракетами. Так. Ты тоже, блин. Так. Так. Ёперный, блин, театр, сколько их тут много. Очень их много. Ё-моё, ёшкин ты. Матрёшкин, блин. 9 порталов, охренеть. Вот это да. Серьезно. Шо, прям так вот, да? Да сдохни ты, блин, ублюдок. Шо, какой живучий-то. Я ж тебя попадаю, у меня, блин, меткость, блин, на максималочке. Так. Так, сдохни, блин, сказал тебе, взорвитесь, сволочи, есть. Так, пулемет возьми. Так, вон их сколько дохрена, так. О, мегапушка, нифига себе, вот это да. Так, нам надо срочно как-то к этой пушке подобраться, потому что это очень мощная штука, я помню, это с первого эпизода еще она была. Она только так и может это задницу надереть, всех прям завалить до единого, прям нахрен. Отлично. Так. Блинский. Так. Сколько их там? Очень много их, прям реально до хрена. Так. Выкусите, сволочи, выкусите. Так. Ага. Сдохните.
падлу. Так. Так. Давай, 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 давай. Есть. Есть, 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 есть. Давай, давай, давай. Вы хрен в меня попадете, я, блин, бессмертный. Так. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут, блин, дохрена этих странных бочек, которые меня могут просто подставить тупо. То есть они. Вот тут смотрите, если я буду бегать рядом с бочками, и они прям стрельнут туда, в эти бочки, то они меня могут подорвать. А это не есть хорошо, блин. Это очень хреново будет, если они меня так подставят. Так. Сдохни. Так, сдохни, сдохни, сдохни. Взорвись, падла, блин. Есть! Ха-ха-ха-ха. Так, 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 так. Так. Надо с другой стороны обойти, там пушка есть. Там вот, вот это вот. Надо как-то к ней подобраться срочно, так. И насколько я знаю, блин, сдохните все, твари, сдохните, 8000 хп у меня, понятно? Вы меня не возьмете, ублюдки. Да-да-да-да-да-да-да-да, сдохните, сдохните, падлы, все. Все, 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 все. Да блин, все, он капец, сволочи, вы меня не возьмете. Все, я прям бессмертный, я прям царь, я прям бог, можно даже сказать, с этой пушкой. Вы меня не возьмете, ублюдки. А я могу сквозь стены, блин, да почему не могу? Это же, блин, я же, блин, плюну, ой. А, это на F у меня зрение ночного видения и фонарь. Понятно, так. О, патроны к этому. Отлично. Ой, блин, здоровые красные ублюдки появились. Так, ладно. Подожди. Секундочку. О! Давай, 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 давай. Бум! Да чё тут забыли, сволочи? Сдохните. Бум-бум-бум-бум. Ха-ха-ха-ха-ха. Мощь! Я мощь! Я прям невообразимая мощь! Ха-ха-ха-ха-ха! Сдохните, сдохните! Мясо! Настоящее мясо! Мясо из чужих! Где-то я, по-моему, слышал, говорилось мясо из зомби. Точнее, не мясо из зомби. Ну. Ну что-то типа того. О! О-о-о-о! Вот это сейчас к месту надо. Эти ублюдки, блин, порталы сейчас взорвать. Сначала здесь. Давай, давай, давай! Сдохните! Мне плевать. Валите меня хоть сколько угодно. Вы все равно не выживете, я вас всех убью. Кстати, что-то с зелеными здесь не так. Они почему-то в меня не идут, а упираются в стенки. Они какие-то туповатые, что ли, я не понимаю. Или это с ним баг какой-то случился, они что-то заглючили там. Ладно. Сдохните, сдохните, все сдохните до единого. Давайте. Давайте, давайте. Все, 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 все. Давайте. Ну что, какие живучие-то ублюдки. У меня же очень, блин, печально, что здесь нельзя прокачивать урон. Серьезно. Блин, 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 блинский. Сдохните все, сколько можно вас валить. Сдохните, сдохните. Я же вас всех, блин, до единого сейчас убью. Давайте на мужика. Блин, что сейчас случилось? Сейчас что-то очень сильно, блин, лагануло. Я не знаю, что это сейчас такое было. Ну да ладно, хрен с ним. Да шо, какие все живучие, блин, вы сдохните сегодня, нет? Ну да ладно, давайте. У-у-у. Хрену так, ладно, этих я здоровых красных пока что оставлю, потому что, ну их нафиг, они, блин, очень сильные, блин, живучие, падлы. Так. Ладно, 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 так, погнали, так, блин, эти сраные бочки. Да тут кругом одни бочки, они меня могут реально подставить, так. Надеюсь, что это все больше не просрется, надеюсь, что это все сохранится, так. Иначе, если это просрется, то это будет очень плохо. Так, ладно, 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 да сдохни ты уже, блин. Сколько можно тебя валить? Так. Есть. Так. Есть. А почему у меня здоровье до 200-ки? Я же вроде прокачивал для... до 300-ки, чё за херня? Сам не понял. Ладно, сдохните. Блин, мне срочно нужно помповое ружье, потому что без него я никак не справлюсь, это точно. Так. Давайте вот сюда. Ой, ладно, хрен с вами. Ладно, пошли. Пошлите, я думаю, наверх. Там, я думаю, попроще. Там их вроде бы было меньше, если что-нибудь путаю. Так. Есть.
Офигеть, вот это, блин, мясо. Здесь куча, блин, чужих. Так. Так. Давай, да уйди ты от меня, тварь такая. Еще, блин, приклеилась ко мне, блин, еще эти сраные бочки, блин, сбоку, блин, их не видно за этими вот этими вот углами сраными. Давайте, поубивайте там друг друга, я подожду пока что. Пацаны, давайте, убивайте друг друга, сволочи. Я не хочу на вас патроны тратить, это все равно, блин, до хрена будет, если честно. Так, давайте. Ну давайте, ну еще чуть-чуть, пацаны. Давай. О, отлично. Давай. Мне насрать. Есть. Минус нафиг. Так. Так, эти бочки нахрен разнесем. Блин, здоровый красный пес, блин. Что мне с ним делать? Может, блин, живучий, паскуда такая. Блин, офигеть, вот это да, вот их тут до хрена. Блин, я опять плюнул, ну что ж такое, я, блин, когда, блин, вот так вот сражаюсь с этими врагами, я постоянно, блин, вот так вот, блин, очень резко говорю, потому что я, блин, заговариваюсь временами, вот. И я, бывает, временами могу плюнуть на этот... На что угодно, на камеру, блин, на монитор, на микрофон. Вот постоянно такая херня происходит. Сдохни, паскуда, сдохни. Ну давай же, я же тебя попадаю, ублюдок. Ну смотрите, какая живущая скотина, блин. Сколько тебе выстрелов нужно? Охренеть, вот это да. Жирная ты, скотобаза. Так, сдохни. А, ну он застрял. И эти тоже застряли. Чё они, блин, застревают, я не понимаю. Они все застревают, а чё за херня такая? Да уйди от меня, в сраку, падла. Так, ну ладно, хрен с ними. Если... Раз они застревают, то мне на них насрать. Я все равно могу просто тупо на них не обращать внимания и пройти дальше. Ну, блин, вот эти вот ублюдки, их не, блин, самонаводящиеся эти, блин, пушки меня раздражают. Ну-ка нахрен. Я тебе сейчас постреляю, сволочь ты такая, сдохни. Ну что ты, блин, жирный ублюдок. Ой, да иди ты нахер, а. Серьезно, я, блин, не хочу на тебя просирать патрон. О, ну все. Ну все. Это край просто. Блин, один там... Отвис, один красный ублюдок. Я тебя сейчас постреляю, я тебя сейчас тоже постреляю. Скотин такая, будешь у меня знать. Падла, блин. Гнедосина, сдохни ты уже. Сдохни. Сдохни, у меня там еще есть патрончики для этого. Есть, минус нахрен. Ты тоже минус. Так, ой, блин. Ни хрена. Тут, блин... Тут ядерные ракеты, блин, я тут боюсь, блин, стрелять, а то мало ли они меня сейчас взорвут, падлу, я тебе сейчас постреляю, падла, блин, такая. Так, ну, давай, сдохни, что-то у меня со звуком сейчас опять в этом наушке что-то громче стало играть. Но постоянно такая хрень, то тише, то громче играть в этом наушке, но она постоянно у меня происходит, я вам это уже говорил в какой-то серии. Так, сколько у нас еще? У нас еще с вами 12 минут, нормально, так. Мы сейчас, по сути, можем заложиться. Блин, зачем я туда иду? Мне же не надо туда, так. Так. Давай. Так. Есть патрончики. Отлично. Да сдохни ты уже. Да что, блин, с этим наушником-то не так? Ну, ёперный театр. Хватит уже так звучать, блин, так. Обходим этих придурков. Так, отлично. Еще один какой-то вылез. Так, ну я ему сейчас покажу свою настоящую прям мощь. Так, отлично. Так. Возьмем, пожалуй, плазменное ружье. Так. Так, сдохните. Я вам сейчас постреляю, ублюдки. Так. Надо вот этих срочно замочить, потому что они меня напрягают, сволочи. Больше всего. Потому что они очень сильно, блин, живучие. Ой.
Офигеть, вот это да, прям такой хардкор, вы не представляете. Блин, у меня аж чёка, он съехал после всех этих сражений. Сейчас я ее немножко подправлю, ну так, я думаю, нормально. Да блин, зачем ты в эту пушку садишься? Я же не прошу тебя туда садиться. Так. И чё ты, блин, застреваешь? Так, сдохни. Офигеть, он выживает после одного удара от плазменного ружья моего. Так, ладно, сдохни. Так, ой-ой-ой-ой. Бум! А чего вы все не подохли, сволочи? Я же вас взорвал этой хренью. Так, ладно. Так, 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 так. Давайте, сдохните, падлы. Давайте, давайте, я вам сейчас бомбу установлю, чтобы вы все подохли нахрен. Есть. Так, отлично. Я тебя еще постреляю, паскуда такая. Сдохни. Сдохни, 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 сдохни. Давай же, сдохни. У него, блин, самонаводящееся ружье очень хреново, блин, жизнь исчезла. А зачем она мне, по сути, нужна? Мне же все равно все касается. Так, отлично, миссия завершена, наконец-то. Так. Ух, вот это да, вот это нормально, повеселились. Так, что нам прикупить? Я думаю, пора уже. Так, вот аптечку срочно нужно, броню, вот это, блин, не хватает, это хреново. Ой, ладно, сколько у нас еще времени? У нас времени, по сути, блин, 9 минут. Ну, это как-то дофига. Блин, давайте я лучше думаю, в следующей серии мы закончим с этим, как его, с финалом, а то я думаю, что там очень жестко будет. У нас ведь последняя миссия, да? Вот. Давайте прочитаем. Миссия пятая. Быть или не быть? Офигеть. Это как... как там она называлась? Блин, что-то я позабыл. Блин, как же она там называлась? Ну, что-то такое же подобное, прям вот такая же вот какая-то то ли великая цитата, что ли, была, то ли великая такая рифма. Я не знаю, это точно. Что вот... Я не помню, прям серьезно. Вот что-то прям реально знакомое такое подобное было. Вот прям реально слышал где-то, позабыл. Ладно, я вам еще в следующей серии напомню, что это такое. Точнее, не напомню, а скажу, что это такое, я должен вспомнить. Если, конечно, не забуду. Вот. Так, ладно, задание. Вы должны уничтожить оставшихся монстров и найти трубку с вирусом. Ничто не может остановить вас теперь. Мочи козлов! С восклицательным знаком не пишут. Так, ладно. Ну, знаете, все, на этом мы закончим. Продолжим в следующей серии. В следующей серии, я надеюсь, уже будет финал, и мы уже потом начнем прохождение уже третьего эпизода, так сказать. Вот. И надеюсь, что это сейчас ничего не просрется, как только я все выключу. Надо будет потом проверить, потому что если это просрется, то это не очень хорошо будет. Опять придется все по новой, блин, проходить. Ладно, все, на этом мы заканчиваем. Что ж, дорогие друзья, большое спасибо вам за просмотр этого видеоролика. Я надеюсь, вам очень понравилось. Если понравилось, то поставьте лайки. Если хотите больше моих видео, то подписывайтесь на мой канал. Заходите на него и смотрите с большим удовольствием. А также пишите комментарии к каждому видео. С вами был Алекс Джаггер, и всем пока!